И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас необычный видеоролик, который будет посвящен новому дрону Кризис. Наконец-таки мы дождались, он вышел, наконец-таки он у меня появился, и мы можем записывать уже полноценные обзоры, интересные видеоролики с данным дроном. Но сегодня тема будет немножечко в другом русле, не на обзор данного дрона, а на один очень интересный эксперимент, который, я думаю, что вам также понравится, как и мне. Сегодня мы попробуем за одну матчмейкинговую катку, а именно за 7 полноценных минут, выполнить одно интересное задание, которое имеется на данный период времени у нас в особых миссиях. У нас имеется задание прожать 1111 расходки. Вы видите это задание? Я полноценно знаю, что данное задание на моем основном аккаунте можно пройти примерно за 2 часа. Здесь же я бы хотел бы потестировать и проэкспериментировать вообще все это дело. И попробовать пройти его именно за одну каточку. Я думаю, что это вполне реализуемо. Понятное дело, что в разумных целях данное задание выполнять немножечко глупо, хотя если у вас имеется, например, такой дрон и у вас нет особо большого количества времени, то вы также можете проэкспериментировать и попробовать пройти данное задание. Я лишь хочу попробовать, реально ли это сделать с вас. Надеюсь на поддержку данного интересного видеоролика. Ну и напишите в комментариях, ждете ли вы вообще полноценный обзор данного интересного дрона Кризис. Пока что я играл с ним пару-тройку боев на стримах. Если вы приходите на стримы, которые проходят в 10 часов вечера, то вы все это дело уже видели. Ну и пока присматриваюсь и думаю, что вообще можно здесь рассказать и записать. Поэтому пикаемся в катку и просто стараемся очень-очень-очень быстро прожимать свою расходку и выполнять данное задание. Здесь мне надо просто как бешеному мжать на расходку 2-3-4, 2-3-4, 2-3-4. В общем и целом, где-то около 3000 расходки я пронарю. Но, по идее, должен успевать за одну матчмейкинговую катку прожать такое большое количество расходки. Главное просто жать понарки и ни в чем себе, как говорится, не отказывать. Все, поехали, друзья. Поехали. Поехали, 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 поехали. Нарка тоже кдешится дополнительно. Давайте, 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 давайте. Есть минимальный кулдаун. Минимальный кулдаун есть. Все, жмем, 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 жмем. Просто жмем, просто жмем по этой расходке. Замечательные, друзья. И пытаемся сделать максимально жесткий рекорд. Давайте. Я даже не вижу смысла никакого тут играть, тут просто задание, можно так сказать, на ловкость рук и на скорость прожатия расходки. Если я успеваю, то все четко. Если не успеваю, то все максимально, максимально плохо. Давай, 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 давай. Я не знаю, реально это вообще или нет, но экспериментировать точно такое дело надо. Надо экспериментировать и надо проверять. Как вы думаете, друзья, на данный период времени, напишите в комментариях, успел ли я прожать 1111 расходки за одну матчмейкинговую катку, или же не успел данный обзорчик сделать. Я пока стараюсь, жму, 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 жму и жму, а вы уже можете в комментариях писать свое мнение по этому поводу, успел я или не успел. Успел, не успел, успел, не успел, успел, не успел. Я просто сижу и тыркаю по своей расходочке. И стараюсь успеть все это дело быстро, 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 быстро сделать. Сделать. Куда ты едешь, друг? Пожалуйста, не делай этого. А, камера ушла. Нет, я ничего не могу сделать. А, давайте как-то, я не знаю, даже открутим, открутим ее, чтобы было получше видно. Так, так, так. Аптечка, все, жмется. Просто жмется. Сколько надо? 2 минуты прошло. Я надеюсь на то, что я уже хотя бы 200 расходки прожал. Блин, меня начинают нагибать. Нет, нет. Блин, я слился. Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо, что меня прямо сейчас слили. Но я надеюсь на то, что я пойду сейчас в одну очень замечательную точку, и там меня никто трогать не будет. Жму просто по расходке, по расходочке, по расходочке. И гоню, 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 гоню. Дальше делаем, делаем, делаем вещи, друзья. Делаем вещи, делаем вещи, делаем вещи. Делаем супер-мега крутые вещи, экспериментируем, проверяем. Работает ли это так у нас или не работает. Я понимаю, что смотреть на это все немножечко странно и непонятно, что происходит здесь. Зачем этот молодой человек делает такие вещи. Он, наверное, тоже понимает, что здесь что-то неладное. Но, в общем и целом, мы просто делаем эксперимент. Не советую никому повторять делать то же самое, потому что, по сути, это
саботаж матчмейкингового боя, потому что никакой пользы я своей команде не приношу, но это лишь эксперимент, реально ли вообще такое сделать у нас в любом бою или же нет. Если это реально, то это просто нереально жесткая тема. Вы сами понимаете, какое количество расходки уходит при всем этом раскладе. Но здесь именно не за расходкой нужно смотреть, а за скоростью выполнения этого задания. Я не знаю, слышно ли вам, как я бью сейчас по клавиатуре. Скорее всего, да. Но это очень быстро надо все делать. И чтобы все это успевать, я не знаю, успею ли я или нет. Вот в чем вопрос. Осталось 3 минуты. За 4 минуты сколько я прожал, интересно, расходки? Весь прикол, что я даже сам не знаю, сколько я прожал этой расходки. Вот в чем дело, друзья. Дело-то в том, что я даже не знаю, прожал я ее или не прожал. Но вместе с вами мы все это дело чекнем сейчас после боя и узнаем, успел ли я или не успел. О боже. Я никогда не делал что-то подобного. И за данный эксперимент... Это, наверное, вообще первый экспериментальный видеоролик на канале. Настолько бешеный. Просто бешеный. Где-то противник еще можно накинуть урон. О боже. Фух, боже. Я надеюсь, я успеваю. Очень надеюсь на то, что я успеваю. Просто если я не успеваю, то это будет немножко неприятненько. Но, в общем и целом, все равно это рекорд. Я быстрее расходку все равно никак не прожму. Быстрее этого прожать расходку невозможно вообще в принципе. Боже. А, кстати, насчет 3333 припасов. Это я сказал в сумме, да, сколько всего лишь надо пронарить. Это не каждого припаса по 3333 надо прожать. Вы же сами понимаете это, да? Я надеюсь. Ну, я, если что, поправился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Я не знаю, если жать не только один припас... А, ну да, все правильно я делаю, да. У одного кулдаун становится, у других не становится кулдауна. Поэтому ты щелкаешь на пару-тройку замечательных кнопочек, и у тебя все нормально работает. Плюс минки дополнительные. И получаются очень интересные движения, друзья. Так мы еще и катку выигрываем. Офигеть, я в шоке. Как можно еще при этом раскладе катку выигрывать? Наша команда каких-то жестких нагибаторов еще и умудряется выигрывать бой. Жестко. Жестко, очень жестко. Ну а я лишь стараюсь выполнить эту супер замечательную миссию и надеяться на то, что я реально успею. Я просто реально успею ее выполнить. Давай. Блин, меня слили. Это уже какой? Третий раз меня слили. Блин, очень плохо. Очень плохо, что меня третий раз уже слили. И я, может быть, даже и не успел. Но все равно надо посмотреть. Сейчас убедимся, друзья. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Блин, все, время истекло. Я выиграл бой еще. 300 кристаллов получилось этого боя. Момент истины. И я не прошел это задание. Я не прошел его, боже. 485 расходки за один матчмейкинговый бой. Эксперимент провален. Что я могу сказать? Эксперимент провален. Обидно, досадно, что за одну матчмейкинговую катку полноценно нельзя прожать такое большое количество расходки. Но 500 расходки
полноценно за один матчмейкинговый бой с помощью дрона Кризис вы можете прожать. Если вам понравился данный видеоролик, если вам понравился данный эксперимент, то не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.